Неудачное время для возвращения домой, родич. Капитан, что с ним делать? Его нет в списке. В бездну список. Давай его на плаху. Как прикажете, капитан. Мне очень жаль. По крайней мере, ты умрешь на родной земле. Иди за капитаном. Ульфрик Буревестник. Здесь, в Хелгене, тебя кто-то зовет героем. Но герой не станет использовать дар голоса, чтобы убить короля и узурпировать трон. Вы начали эту войну и погрузили Скайрим в хаос. А теперь Империя воздаст вам по заслугам и восстановит мир. Что это было? Ничего. Продолжай. Да, генерал Тулий. Подготовь их в последний путь. Ныне же веряем мы души ваши Этериусу, и да пребудет... Во имя Талоса Могучего, заткнись и давай к делу! Ибо вы есть... Как скажете? Я что, все утро ждать буду? Мои предки улыбаются, глядя на меня, имперцы. А ваши улыбаются вам? Поделом! Смерть братьям Бури! Жил без страха и умер без страха. Следующий, Нордвар Ванье. Опять то же самое. Слышите? Следующий, говорю! Иди к плахе. Твоя очередь. Видите? Вон там, за тучами! Дракон!